Всем привет! И сразу перед тем, как начать это новое видео, я хочу вам сказать, такое небольшое отступление, буквально на одну минуту. Хочу сказать, что этот канал, вот сейчас на котором будет размещено это последнее видео о похудении, я все-таки оставляю его, как изначально он у меня и был задуман, по-детски. А для всех моих похудений и вообще канал, так скажем, обо мне, ну, это будет больше, наверное, бьюти направление. Я создала новый канал, на котором уже даже разместила 2, по-моему, или 3 видео. В общем, ссылку на мой новый канал, где теперь будут проходить все мои похудения, все мои затеи, в общем, я размещу под этим видео. Поэтому переходите по ссылке и подписывайтесь на новый канал. А этот канал, он останется о развитии детей, упражнения там различные и все-все. Ну, в общем, все, что связано с детьми. Вот. Ну и давайте далее. Ну вот, наконец-то и закончились новогодние праздники. Поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом. Ну а я, естественно, после Нового года сажусь на диету. Точнее, не на диету, а на разгрузочный день. Разгрузочный день на гречке. Вот такая у меня гречка. Это просто обычная вареная гречка. То есть я ее не запаривала. Вообще можно ее просто запарить с вечера на один стакан гречки. 2 стакана кипятка. Я ее просто сварила. Гречка с солью. Вообще ее желательно без соли. И стакан чистой воды. На день 2-3 литра воды. Но это желательно. Минимум 1,5 литра. Так вот, по окончании разгрузочного дня вообще обещают от 500 до 2 килограмм потеря. Ну, это все, конечно, зависит от начального веса. Вот, я, естественно, сделаю замеры своего начального веса. Ну, то есть взвешивание, как обычно, начальное и конечное, сколько я за день потеряю. Итак, сейчас идем на начальное взвешивание. Итак, на сегодня у нас начальный вес 57 200. Ну и вот с таким весом, значит, я начинаю разгрузочный день. 57 200. Стакан воды я уже выпила. Попозже будет гречка. Значит, смотрим, сколько за день я сбросила. Ну и результат, как обычно, в конце этого видео. А в чем суть вообще разгрузочного дня заключается? Значит, берется на день 3 приема пищи: завтрак, обед и ужин. То есть вот такие вот тарелочки. В принципе, обычная стандартная тарелка. Это не маленькая и небольшая. Обычная вареная гречка. Ну и, как я уже говорила, 2 литра воды обязательно. 1,5-2 литра воды. Чем больше, тем лучше. И также на день можно взять до 1 литра кефира. Но это уже по желанию. Я буду без кефира. То есть просто разгрузочный день на гречке. Новогодние праздники прошли. Получается, лишнего у меня 2 килограмма. Ну и вот посмотрим. Почти 2 килограмма, даже чуть больше. Посмотрим, сколько я смогу сбросить за этот день. Итак, сегодня у нас 55 600. Ну вот и закончился мой разгрузочный день на гречке. Прошел он, в принципе, довольно легко. Значит, конечный вес у меня 55 600, то есть получается за день я сбросила 1,6 кг. Но это прям очень хороший результат. Конечно, понятно, что это большинство, как я думаю, 90% это вода, но все равно я думаю, что сколько-то процентов жира там тоже зацепилось. В общем, теперь с 55 600 я продолжаю дальше. А какая это будет диета или какой это будет способ, смотрите уже, как я говорила, на моем новом канале ранее. Ссылку оставлю на него в описании. Этот канал я теперь оставляю под детское развитие. А на новом канале будут продолжаться все мои челленджи по похудению. Ну и вообще направление бьюти-индустрии. На этом всем пока-пока. Не забывайте подписаться на новый канал.